Всем привет, с вами Фрост, и мы продолжаем играть с вами в Among the Sleep. Ну а тем временем из мишки так и падает его шмаль, которую он долгие-долгие годы прятал в своих закромах. Ладно, ну остановились мы с вами на том, что у нас отобрали все аксессуары, которые прилагались к этой лапе. Ну или просто оставили эту лапу. Ладно, забираем ее и... Надо бы слышать еще. Ладно, нам тоже сейчас включит свет, поэтому мы не будем грустить. И пойдем подбирать шмальцу, которая так и хочет выкурить весь мир. А мне еще... Слышите, верните медведя. Не сейчас. Ну как не сейчас? Я хотел сейчас. Хотя бы вторую лапу. Ну как так? Что же вы делаете? Кстати, я думаю, это финальная серия. Ну, по крайней мере, так было написано, что эта серия... Ну, глава, финал. А вот какая она длинная, я не знаю. Не сейчас, милый. Да верни мне моего мишку! Как ты не сейчас? Время просыпаться, время уже... Время вставать. I said not now. Да! Хватит бухать! Тихо. Зачем бухать? Зачем так дерзко? Я понимаю, медведь, ему шмальнуть можно иногда, ну. Или всегда. Но ты-то зачем? Ну что ты делаешь? Ну, чё, цианид, бьёшь яда, это не выход. Как же громко! Ладно, я немножечко подубавил, я надеюсь, не стало не намного тише, но ладно. Главное, чтобы не было эхо, я опять без наушников, мне понравилось. Вроде бы ничего такого не было. Хорош, где мой свет? Тише, тяжелый день, а у меня нет шуля, слышишь? Плащ. Что фига ты? Дерзкие. Просто какой глоточек, что ты несешь? Жду кто? А это еще кто такой? Ты кто такой? Я тебя не видел. Кто? Плащ? Я не хочу, чтобы мамочка злилась. Если ты не будешь хороший, когда мамочка просит, мамочка сильно-сильно разозлится. Я тата сделаю всем. Да что за психодел тут начался? О, домик. Знакомый, кстати, домик. Хотя нифига не знакомый. Я первый раз эту вижу. Мне кажется, ли домик от меня уходит? А, не, знакомый домик. Я же говорю, что-то знакоменькое. Мишка, Мишка, где ты, Мишка? А Мишки нету. Буду сам. Так, так вот нафига мне лапа-то его. Ах ты хитрюга, Мишка, я знал, что ты в заговоре. Ладно, хоть засранец не до конца меня кинул. Что, слоник? У меня же была там... Или слоник? Мне бы не такие сны снились, если у меня были такие игрушки. Закрывай. Ой, сейчас опять бы вебку не сбить. Слушайте, а как ты сейчас даже лучше вращается? Опять из заклепки посрывал уже в четвертый раз, но ничего страшного. Слоник, жирный-жирный слоник. А, точно. Мишка, 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 хорошая у тебя лапка. Здорово у него лапа, я вам скажу. Хотя нет, вроде нормально, просто так гораздо больше. Корректа какая-то. Ну все, давай, расшишеривай. А лапу забрать не надо? Ладно, просто идем. Не задаем лишних вопросов. Ладно, можно пойти быстрее, да. Шкаф! Мишка? Тяу! Ух ты, слоник! Ух ты, так вот ты где. Шкатулка, книжка, слоник, медальон. Страйк! Печь. Страйк, говорю. Я сказал страйк, мать твою! Мне уже дали за это ачивку.
Здесь очень молочил. Наконец-то мне расшишели дверку. И неужели я спал в шкафу? Не, не может быть. Вдруг бобер? Бобрище! Мне нравятся у них хвосты. Они прям как отбивная такая зажарена. Правда, ни разу не видел вживую. Или, может, видел, даже уже не помню. Видел, нет? Знакомая звездочка. Ну-ка. Чуть размером не вышло. Ты серьезно? Ну кто делает такие игрушки теперь? Мы недавно переехали или мы уезжаем? Неважно. Опа. Опа, все знакомое. Все у нас здесь есть. Это же шикарно. И совы у нас здесь есть. И все, так неужели нам это снилось или мы просто здесь глумили, все это делали? Ну я даже не знаю. Даже не знаю. Так книжку не стирают? А кто же порвал тогда мишку? А кто это сделал? Ну, слушай, ну давай, ну... Иди быстрее. Эх, вы плащи! Ну все, я говорил, я вас на тряпки всех порежу! На тряпки... Тихо, у меня плащи уже нападают. Пылесос? Мне показалось или это не... А, нет, это показалось. Та самая картина. Ладно, ладно, ладно. Ладно. Блин, стул нельзя двигать, значит, нам нельзя просто пойти в эту дверь. Мам? Я какая? Ночка была плохая. Что с тобой? Почему кругом одни бутылки? Что случилось? Не надо как купить. Не надо, даже ребенок это понимает. Не надо, убери эту, не трогай мишку. Дай сюда эту хрень. Ну, уже пустая, черт подери. Фу, фу такую дрянь. Фу такую хрень. Черт, я даже не могу ее расквасить. Мишка. Stay away from me. I never meant to. It's too much. Что? Кто? Причем здесь медведь? Так много вопросов и ни одного ответа. Медведь, ты цел? Ладно. Дурацкая тяжелая бутылка. Ладно, оставим ее в покое. О, милк. А плаща-то и нет. Сапоги выманивают. А ну пошел вон отсюда, каянный. Не подходи, чтобы я тебя здесь не видел. Привет, мои хорошие, иди-ка сюда. К папочке. Did you like your gift? Какой? What happened to his arm? Don't worry. We'll fix it up. Woo! Шикар! Ачивку. Там всего три. И так все быстро закончилось. Почти. Слишком мало ответов. Ну, в принципе, можно их додуматься до самого до всех ответов, но хотелось бы услышать. Точные ответы. Шикарная игра. Я думал, будет как-то подлиннее. У нас получилось какое-то уж слишком короткое видео. Хотя, может быть, и нет. Оно получилось где-то, наверное, в районе 10 минут. Может быть, чуть побольше. Но, в принципе, игра оказалась очень-очень даже крутая, атмосферная. Но некоторые места нужно просто сидеть и слушать. Наслаждаться атмосферой, что у нас не совсем получается. Но уж как у нас с вами получилось. В общем, игра... шедевральная, не побоюсь этого слова. Ну ладно, это мы с вами будем заканчивать. С вами был Фрост. Не забывайте подписываться, а также ставить лайки. Всем удачи и всем пока. Пойду спать.